Здравствуйте, дорогие друзья! 29 ноября, Дом культуры города Пушкина. Финал открытой студенческой лиги. Друзья, да, мы дошли до этого события, и у нас финал. Мы начинаем! И сегодня у нас играют команды. Команда КВН «Город снов». Команда КВН «Горкашвили». Итак, редактор лиги МГРИ, МГГРУ, просто хороший человек, Антон Жуков. Журналист официального сайта Москвы и Подмосковья, mosskvn.ru, Тая Капиталова. Всем советую почитать ее последний репортаж. Советую. Сейчас председатель комитета по делам молодежи Дмитрий Паршин. Начальник отдела по делам молодежи Ёлкин Роман. Консультант отдела по делам молодежи Екатерина Горбачева. Весьма 1237 год, где-то в России.
пиши. Я Чингис Хан. Я завоевал полмира и замерз в России. Эту эстафету я передаю Наполеону и Гитлеру. Записал? Молодец. Все с детства знакомы со сказкой «Снежная королева». Но мало кто знает, что Кая в плену была не так уж и плохо. Снежный жан, снежуля, я возьму Саню и поедем с оленями в клубас. Ну, конечно. А еще подними там мохито. Герда, я понял. Мохито без льда ни о чем. А следующая ситуация была основана на реальных событиях. Это ограбление! Ключи и бумажник! Не, ну может быть вахтёрша придёт. Фу-фу-фу, не дай бог, что ты болтаешь, женщине 60 лет, боже мой. А человеку с глазами, как у кота из Шрека, вообще всё нипочём. Распитие алкогольных напитков, дебош! Но тут 15 суток! Командир, ну может договоримся? Да как мы с тобой договоримся? Фига у тебя зрачки, тут точно 15 суток! Друзья, все дети рано или поздно вырастают и бросают свои любимые игрушки. И мы не хотим бросать на вас. Команда «Говорит город снов» с любовью сердца, с надеждой на победу. Это была команда КВН «Город снов», друзья. А следующая команда, которая выйдет на эту сцену, представь... Сейчас что-то смешное, да, произошло? Мышь побежала. А это, кстати, не мышь, это каау, мне сказали. Я тоже подумала, что это мышь вначале, но оказывается, это каау. Вот, поэтому ни мне одной показалось. У нас мыши бегают, что происходит, где там. Итак, следующая команда представляет Российский государственный аграрный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. Встречайте, команда КВН «СУП». И мы не исключение. И для твоего усиления мы пригласили такие команды, как «Станция спортивная», «Физтех». Да, эти двое тоже отказались. И так как мы бюджетники, то и объединение у нас бюджетное, поэтому с нами играет команда «КВР Зона доступа». Ник, почему ты с телефоном на сцену вышел? У тебя проблемы? Скажи мне,
несешь? Надость. И полкило докторской? Кости у людей разные, а мои слегка широки. Женщины бывают гласные, вот как раз таки это ты. Поздно мы, друзья, поняли, мужика у бабы-то нет. Так, стоп! Есть? Нет! Блин! Ты что, ты меня путаешь, Арман? А спонсор нашей команды — ее парень. Ее парень. Вот такая вот бедная команда. Арман, бабу бы тебе тоже. Да, пробую. Арман, опять ты о еде? Вообще-то я со вчерашнего дня на диете. Может быть, показалось, может быть, на диету сел, но на груди остался окочевой след. Ну хорошо, вы сами напросились. А в команде у нас есть девчонка одна, красоты и ума, в ней вообще нифига, кто поможет. Клава, успокойся, пожалуйста. Вообще-то я не Клава, я Оля. Я видел тебя не на Грашеве. Ты Клава. Что ты сказал? Ребят, заканчивайте кастинг на шоу «Голос». Биланов, Шури. Нет, давайте лучше начинать. А на рынке можно увидеть и не такое. Носочки, мальчики, носочки. Ой, носочки, мальчики, а у меня носочки, девочки. Отличные пары будут. Аристотель, посмотри на мою трапецию. Да по сравнению с моей трапецией, твоя трапеция — это ромбик. Что? Тогда посмотри на мою декту. Фи! Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце?
Сколько еще мы будем играть? Пушкина забывать мы не станем. И вот последние четыре строчки. И что хотелось вам всем сказать? Спасибо, что нас принимали. Ваш суп было очень приятно играть. С вами была команда КВН Суп. И помните, что суп всегда на первое. Сегодня у нас финал, но несмотря на это, мы сегодня... Жюри должно решить, кто получит кубок мистера финала, кто получит кубок мисс финала, даже Борис Михайлович. Вот, поэтому определяйтесь, кто вам больше нравится, вам все не решать. Друзья, а мы встречаем следующую команду, которая представляет целый город. Город Серпухов. Команда КВН Каркашвили. Встречайте. Сегодня финал команды КВН Каркашвили. Все, наверное, хотят узнать, почему мы так сегодня торжественно одеты. Просто на финале с нами должна была играть девушка. Мы с ней даже договорились, запихнули в багажник, но сами поехали на электричке. Поэтому сейчас нам нужна абсолютно любая девушка из зала. Кто-нибудь хочет? Ну, говорите, что делать? Что делать? Видали, как мой брат-близнец тёлок кадрит? Жень, можно тебя минуточку? Мне кажется, он какой-то странный. Может, мы его... Мимами замучили? Да нет, давайте лучше начинать. Команда КВН Каркашвили, начинаем! Сережа был не силен в поговорках, поэтому ему в одно ухо влетало, а из другого саночки возить. Представим в ресторане. Ваши суши, ваш чай, сахар, ложка, поднос, на котором я все это принесла, рука, которая принесла этот поднос. Обратите внимание, ноги! Ноги, которые принесли туловище, из которого растет та самая рука с тем самым подносом! Обожаю, когда мне все досконально объясняют. Трехрукий мальчик понял, что у него в жизни наступила черная полоса, когда врачи решили, что ему нужно ампутировать ногу. Представим, мужик ходит в один и тот же магазин уже 3 года и никак не может рассмешить кассиршу. А что вы не спросили, настоящие мои 5 тысяч или нет? Может, я про эту шутку какую-нибудь подготовил? Настоящие ваши 5 тысяч или нет? Нет, блин, на принтере распечатал! Ха-х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 а-
Не шути так больше. На предвыборных дебатах мэр города Пушкина выступил настолько блестяще, что его унесли сороки. Теперь представь, девушка пытается расстаться с парнем. Послушай, Макс, а ты смотрел рекламу «Орбит»? Там, где такая эффектная рыжая девушка пыталась расстаться с... Одноразовым! Стаканчиком, вот. И он там еще очень долго не хотел уходить. И ей пришлось кинуть в него «Орбит». Я... Понятно намекаю. А ты смотрела рекламу, где мужики поют? Без перфоратора, без мота. Наш клей-момент все склеит. Без помех, как никакой другой обычный клей. Момент-монтаж сильнее всех! Момент-монтаж сильнее всех! Аж мурашки по коже от этого клея. Зинаида Ивановна настолько убедительно доказывала, что Цой жив, что даже какое-то время получала за него пенсию. Ну и последняя наша сумасшедшая миниатюра будет в библиотеке. Здравствуйте, а у вас есть Тургенев? Знаете, Тургенев, к сожалению, закончился. Блин, и что мне теперь делать? Мне кажется, вам послышалось. Причем нифигово так послышалось. Днем я обычный человек, но как только наступает очередной приступ, я надеваю пакет на голову и превращаюсь в женщину-пакет. Послушайте, женщина. Пакет. Что пакет? Женщина-пакет. Женщина-пакет, во имя Всевышнего полиэтилена, проваливайте отсюда! Ну что, ребят, шуток хватит? По бананчику и пойдем? Тош, ты первый, да?
Антон Жуков, друзья. Добрый вечер. Пока доехал сюда, вопрос родился сам по себе. Друзья, на улице очень холодно. Как согреться законными методами? Что, там вообще похолодало, да? Ну, зима скоро. Послезавтра. Каакашвили. Как согреться законными методами? Успевайте греться до 9. Суп. Как согреться законными методами? Иди к Лене, она тебя согреет. Таня, ничего личного, только суп. Город снов. Давай. Как за... А я и вопрос забыл, если смотреть. Как согреться законными методами? Ну, обнимашки еще законны. Yeah.
Хорошо. Вопрос такой. Вот людей сравнивают с разными животными. Там собака злая, козел осел. Опасно! Там обезьянка злая. Ну, за рулем особенно. Каким животным команды у вас ассоциируется человек? Опа! Поаплодируйте, Катя, пожалуйста. Катя, ты едешь на машине? Иногда да. И я иногда общаюсь. Как ты меня ассоциируешь? Иногда люди, животные. Каркашвили. Не полностью повторяйте. Не обязательно. Покороче. С каким животным у вас ассоциируется человек? Либо с рыбой, либо со скорпионом. Там от места рождения зависит. А показать? Каким животным у вас ассоциируется человек? Арман со львом. Мне просто мягкую игрушку хочется очень. Кита! Я забыла. Город Смог. Город это команда. С каким животным у вас ассоциируется человек? Если честно, с мышью, с немецкой мышью. А мне сказали, что это пара. Все, Катя, спасибо тебе огромное. Спасибо. Роман Александрович, ваш вопрос. Ребят, такой простой вопрос. Не понимаю, почему зимой не ездят на мотоциклах? А можно повторить, не все команды слышали? Почему зимой не ездят на мотоциклах? Действительно, почему? Команда ответила, мне тоже интересно очень. Город Смарт. Почему зимой не ездят на мотоциклах? Ну, был у меня один друг, который любил кататься. А такие приветствия мягких игрушек показывали, да? Добрые такие. Может, не надо, ребят? Каркашвили. А почему зимой не ездят на мотоциклах? Почему не ездят? Видимо, у вас просто квартира маленькая. Суп! Почему зимой не ездят на мотоциклах? Пушкины и летом опасно ездить на мотоциклах. Ну да! Ну там яма просто на дороге недалеко от река. Можно в аварию попасть случайно. Почему зимой и ездит на мотоцикле? А, вы не поняли, у него просто сейчас машина просто. Город снов! Не надо! Пожалуйста, грустная история. А, спасибо, Роман Александрович, вам огроменное. Борис Михайлович Урецкий! Вот я решил, Борис Михайлович, что вы ломаете, а? Мы решили разобрать вопрос. Да, поэтому разбили кубок. Все правильно, так и планировалось. А кому бы и за что бы дали вот этот кубок? А Каркашвили? Ну это понятно, это мало.
конечно. А кому бы за что вы дали бы вот этот кубок? Ну, мне кажется, работнику АвтоВАЗа, потому что он сразу сломался. А кому и за что вы дали бы этот кубок? Это суп команды. Ну, вы просто там спросили, а потом сказали. А нужно спросить, я ответить не могу. А кому и за что? За что бы дали бы этот? Ну, номинация «Лучшая лажа сезона». Борис Петрович, поручите сами себе этот кубок. Хорошо, 3, 2, 1. Команды, спасибо за разминку. Убирайте микрофон. Друзья, а пока жюри думает, максимум 6 баллов у нас за разминочку. Спасибо, у тебя хорошая память. Я скажу средний балл за приветствие. Итак, за приветствие команда КВН «Город снов» получает 4,7 балла. И команда КВН «Каркашвили» и «Суф» 4,5 балла. Итак, разминка. Так как у вас написано в протоколах, максимум 6 баллов. Команда КВН «Каркашвили». Пять. Команда КВН «Город снов». Все судьи 4 балла. И команда КВН «Суд». Команда КВН «Каркашвили».
Ну что ж, друзья, тема видеоролика – это наша команда, запомните нас такими. Мы, ребята, необычные, поэтому не очень хотим, чтобы вы нас запоминали. Поэтому у нас видеоролики практически не будет. Внимание на экран. С вами команда КВН Каркашвили. Как видите, у нас очень большая камера с очень маленьким объективом. Поэтому все мы в видео не влезли и покажем вам мультфильм собственного производства. Называется он «Современный колобок». Деда бабка. Шо, опять бабка? Хоть бы раз дед с молоденькой пошел. Сейчас я кому-то сковородой по голове, когда... И коту давай. Так, а ну хватит над животными издеваться. Давайте по сценарию, пожалуйста. Пойди, бабка, по сусеку помети, по корму поскреби, а вось наведешь муки на колобок. Ага. Один гамбургер, пожалуйста. Состряпала бабка колобок и на окошко студить положила. Колобок полежал, полежал, взял, да и покатился. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Я смотрел русские сказки, все зайцы лохи. Тебя спасает только одно. Я не ем хлеб, я ем морковь. Это мы еще посмотрим. Беги, колобок. И покатился колобок дальше, только заяц его и видел. Катится он, катится, а навстречу ему волк. Вот видите, не все менты козлы, как и не все козлы менты. Вот я, например, за сборную России по футболу играю. Нашел деньги у них, украл, вот вам хотел отдать. Отдел по борьбе с коррупцией. Пройдемте с вами. Волки позорные. Камеру убери. Камеру убери, я тебе сказал. И покатился колобок дальше. Только волк его и видел. Катится он, катится, а навстречу ему медведь. И уже в следующем году мы достигнули еще лучше. Дмитрий Анатольевич, тут ошибка вышла. В этой сказке должен быть медведь, а вы с этой речью должны в Костроме выступать. То есть, если я здесь, то в Костроме сейчас? Колобок, колобок, я тебя съем. У меня все. И покатился колобок дальше. Катится он, катится, а навстречу ему торговый представитель компании «Ариплей». Добрый день. И покатился колобок дальше. Катится он, катится, а навстречу ему леса. Ну, здравствуй, колобок. Я уж думала, и не приедешь. Колба-то давно уже приехала. Я тебе уже и крестницу подготовила. Ну, а что было дальше, вам покажет вот этот бородатый парень. Всю жизнь.
юморок. Запахло весной. С вас 150 рублей. А мне денег нет. Мужчина, мужчина, очнитесь, вот. Динамо. Да Домосвецкая улица, я тебе говорю. Москвич. Домосвецкая? Да нет. Мне брат написал. О, давай. Да ё-моё. Такси, 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 такси. Да сколько можно? Козёл, сволочь, я тебя ненавижу. Не звони мне больше никогда, не хочу тебя слушать. Вообще, как ты мог такой... Ну, это первый кладет трубочку. Типичная баба. ТП! Ты первый. Клади трубочку, ты первый, не меня. Такси, 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 такси. Ну да, прикольно у вас город Пушкин. Я так-то сам съезжал. Ты? Как что, сколько тебе? 150. Ну, нормально. Да, держи 200. Ну все, давай. 2000. Так, у меня всего 200 было. Тренер «Динамо» ТД. Угу. Вот здесь вот налево. Ага. А потом направо сразу же. Да-да-да-да. И напрямо. А где? Типичный картограф ТК. Слышь, мужик, багажник открой. А что это у вас тут? Человек. Шутка. Должник. Шутник от Бога. Спасибо. Это был город снов. И следующий видеоролик, который сняли ребята сами. Ну, давайте запомним их такими. Команда КВН «Суп». Yeah.
Итак, за разминку. Команда КВН «Город снов» 4 целых ровно получает. Команда КВН «Каркашвили» получает 5 баллов ровно. И команда КВН «Суп» 5,7. Общий балл за два конкурса. Команда КВН «Город снов» 8,7 балла. Команда КВН «Каркашвили» 9,5 балла. И команда КВН «Суп» 10,2 балла. Максимум 4 балла видеоролик. Друзья, у вас тоже не в порядке выступления команд. Если можно, как в протоколе оценки. Я думаю, вам не очень сложно. Я тоже так думаю. Итак, команда КВН «Каркашвили». Четыре, три, три, четыре, три, четыре. Команда КВН «Город снов». Три, 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 два, три. Первые двойки в финале! Ура! Ой, нет, эгей, я хотела сказать. Не, ну Гусман же ставит нормально, он же единицу ставит. А, не Гусман, а нет. Тай, подскажи, кто единицу поставил на вышке? Фоменко? Фоменко. Спасибо, друзья, да. Фоменко, ну Фоменко, да, вот, вот так вот. Но у нас нет таких оценок, поэтому суп. Три, два, четыре, четыре, два, три. Спасибо огромное, друзья. Да, но эти оценки достойны аплодисментов ваших. Да, следующий конкурс у нас конкурс финальной песни. Финальная песня про сезон, про лигу, про команду, про КВН. Финальная песня. Встречайте, команда КВН «Город снов». Друзья, существует стереотип, что в Москве жить совершенно невозможно. С моей финальной песней мы хотели бы доказать обратное и спеть о любимом городе. Почти всю зарплату. Go right ahead.
есть любовь. Это любовь к КВН. Спасибо. Команда КВН «Город слов». Спасибо за сезон. Люди как боги, это город слов. Все как мне и забудут слов. Так, это была команда КВН «Город снов». Давайте еще раз поаплодируем. Живая музыка на сцене КВН – это всегда здорово. Итак, друзья, а у меня, в принципе, готовые оценки. Не надо? Сохраним интригу. Мы сохраняем интригу. И я вам не скажу, кто что получил за видео и общий балл. Финал, интрига, что хотели, да? Вот так вот. Итак, друзья, следующий на эту сцену устремляется. Еще не устремляется. Давайте поддержим ребят, потому что они сейчас будут уже устремляться. Встречайте, команда КВН. Вы готовы? Я забыла, как они называются. Представляете, Каркашвили, друзья. Ну что ж, друзья, по счастливой случайности именно в день финала, день рождения у участницы нашей команды. И по еще одной случайности мы все великолепно поем. Хотя, кого я обманываю? Все правильно, вас я обманываю. В общем, конкурс финальной песни «День рождения». Я задолбалась уже. Пришел я первый и с утра ничего не жрал. Чтоб сейчас я весь стол за раз тумял. Вокруг веселье, все пришли поугарать, а на меня все плевать. Я подарил открытку с днем рождения ленок, а я подготовил креативный стишок. А я приколист и подарил букет носков. Не надо ни подарков, ни носков, ни внимания, а только что осуществилось желание посуду вымыть за собой. Обожаю голубцы за тут. Поставила на стол крепкие напитки, потом поняла, роковая ошибка, потому что я разбил сервиз. Нет, не помогай мне, я все сама уберу. Да ладно, Лен, давай тебе помогу. Ведь сегодня день рождения твой. 16, 17, 16, 17, 16, 17. Засохло на ковре вино, гости спят, никто не хочет ничего. Жизнь прекрасна! Пожалуйста, заткнись, Андрей! И воды мне налей! Вот и все, закончился день рождения! Пока! А да, мы что пришли-то? С днем рождения! Ну, вот мы успели нашу финальную песню. Смотри, весь сезон была команда КВН Каркашвили. Пожалуй, самая обычная и ничем не примечательная команда КВН. Пока! Это был день рождения от команды КВН Каркашвили.
нравится ребятам. В принципе, если они наряды с КВНом, они могут мебель собирать, разбирать, возить. Мне кажется, это прям их. Итак, друзья, ну и завершает конкурс финальной песни команда КВН «Суп». Команда. Простите нас, но петь мы будем по листочку, так как сегодняшнюю финальную песню мы написали утром в метро, так как предыдущие 16 песен нам вырезал наш любимый редактор. Любимые ливы пушки, вроде бы, мы полгода выступали тут как могли, шутили бы смешно иногда, а теперь мы в финале, вот это да. Любит он ливы пушки, я стою на реквизите уже давно, и цветы носил, стулья выносил, хоть бы кто-то на сцену его пустил. Я хотел бы стипендию получать и учиться в институте всегда на пять, но на это все времени нет совсем, ведь однажды я выбрал КВН. Любимые лиги Пушкина, вроде бы, мы полгода выступали тут как могли, и шутили мы смешно никогда, а теперь мы канали, вот это да. Я давно выбрал КВН, вроде да, ведь она всегда была ко мне так добра. Я шутил на ней и подкалывал, а в финале всю правду я ей сказал. Мне не важен Пушкина, главный приз, КВН для меня как большой сюрприз. Весь вот я вдруг узнала я, что мой парень уходит от меня. Вот она лига моей мечты. Любимые лигу Пушкина, ё-моё, всё для нас и стало совсем своё. И ДК наш дом, и Ленуся мать, тоже нравилось нам здесь играть. И, конечно, спасибо вам за друзей, за любовь и поддержку от зрителей. Несмотря на то, каким будет финал, мы обещаем вернуться в этот зал. Любимые лигу Пушкина, это да, и её не забудем мы никогда. Нам не важно, кто сегодня чемпион. Спасибо, Пушкина, за сезон! Пять, три.
там зашли оценки. И команда КВН «Суп». 5, 5, 5, 5, 4, 4. Спасибо огромное жюри. Яна, скажи, пожалуйста, ключик у тебя. Проводи, проводи, пожалуйста, жюри. Друзья, ну а у нас для вас сюрприз. Друзья, встречайте. Под бурные, бурные, бурные ваши аплодисменты. Сюрприз. Кирилл Демьянов! Yes! А так, чтобы платить компанию, посмотрите жить в Трансильванию. На берег это небо в Армении. Туан из облупал самолет. Остали машины с пилотами. Они пробирались болтами. С манирами этим анекдотами. До запада губился народ. Цивилизация. Открывайся в пару из Киеви. Цивилизация. Слушайте эти маски мегахи. Зомби і буду, виділись повсюду. Рейн і дощ, музика нон-стоп. Чіпили свої чар'єри, партизани і вампіри. Дракула затеє драку з модалами тролями, палами з фейська тролями. В темноті метали тіні, проти маски і тіні. Повне луна, а не це просто хватіє, наблюдає автопатії. Зуби і воду, виділись посуду, рим і вопла, музика розток.
Если б я знал, что еще будет заминочка, я бы начал не с этого. Потому что нет до сих пор. Дедушка, будешь? Небо на ладони. Суп 2,7 балла. Команда КВН.
три конкурса. Команда КВН «Город Стоп» 11,5 балла. Команда КВН «Каркашили» 13 баллов ровно. И команда КВН «Суп» 13,4 балла. За конкурс финальной песни команда КВН «Каркашили» 4,4 балла. И команда КВН «Город Стоп» и «Суп» 4,7 балла. Дорогой жюри, мы ждем вас на сцене. Команда, расступитесь, пожалуйста, и поставьте стоечку, как на разминке для жюри. Под музыку. Да, будете вручать и по паре слов про игру, про команды. Итак, начнем, наверное, с номинаций, я так думаю. И мистер финал, Катя Горбачева. Приветствую еще раз зал, команды. На самом деле, хочу сказать слова благодарности командам. Потому что я стою им спиной. Спасибо вам, что вы играли весь сезон в городе Пушкино, что вы радовали зрителей Пушкинского района, и нам в этом году удавалось собрать полный зал. Поэтому давайте поаплодируем команде. Очень сильно сегодня порадовали, особенно музыкальными композициями в конце уже. Конкурс был потрясающий. Кто-то, видно, был готовился там плодотворно, кто-то не очень в метро. Вот, но в итоге очень талантливый у вас получилось. Отдельно по командам. Я правда у них все вырезала, реально. Извините, ребята, простите. Не стыдно, но было не смешно. Мне очень радостно, что вы, команда Каркашвили, прислушались, что у вас в команде появилась девушка Диана. Она скрасила вас таких мрачных, молодых людей. Диана сегодня великолепно просто вот дебют помогла. Оставайся! Да, у команды «Суп» тоже, да, появились молодые люди. Давайте, хорошо, новые. Давайте я, да, открою немножко тайну. Так, у нас вообще финал, надо было раньше это сказать, но что-то. У нас финал прошло 4 команды. И команда КВН «Суп» и «Зона доступа» они прошли отдельно. Но они подошли к нам после полуфинала и сказали, что они очень хотели бы объединиться для финала. Поэтому это команда КВН «Суп» и команда КВН «Зона доступа», друзья. Город «Снов», вы сегодня поразили своими костюмами, голосами и актерским мастерством. И из нашей команды Сергей. Обнимашки никто не отменял. Так что мистер Пушкинской открытой лиги веселых и находчивых достается Сергею. Добрый день всем, приветствую команды. Великолепная игра, много интересных шуток сегодня мы увидели. Зрители порадовали своими шутками. И я думаю, не последний раз у нас в будущем будут проходить эти игры. Они уже традиционные сегодня. Спасибо Роману Александровичу и Екатерине. Отдельно они большую часть работы выполняют. Ну и, конечно же, вам, организаторам всех этих игр. И самим командам, что они играют, показывают великолепную игру, радуют своих болельщиков и зрителей. Ну и мне сегодня досталась почетная миссия награждения мисс Пушкинской открытой лиги веселых и находчивых сезон 2014 года. Присуждается... Нет, не тебе. Нет, не тебе. Ольга из команды «Зуб».
Я вручаю финалисту. Финалиста, да. И давайте тогда по порядку пойдем. Итак, команда КВН, которая заняла третье место. Им первым, да, наверное, вручила? А, нет? А у нас... Вы поделитесь, как ты же не знала. Отлично, Роман Александрович. Мне уже нечего добавить после всех вот этих выступлений моих коллег. Дай доктор в сторонку, чтобы меня было видно. Ребят, на самом деле, хорошо, что есть мы у вас, в первую очередь. Наша пушкинская лига, да? Вот, и надеюсь, что в дальнейшем она будет развиваться и в командах. Команды будут приезжать другого уровня, и вы подтянетесь на более высокий уровень и перейдете потом еще куда-то. Вот, по командам. Мне понравилась команда «Город снов». Ребята, классная команда. Прекрасный вокал, прекрасные музыкальные данные. Используйте их в своих дальнейших выступлениях. Это ваша изюминка. Команда «Каркашвили». А почему такое название? Потому что он бородатый? А у молодого человека фамилия. Максима фамилия Каркашвили. Макс, ты жжешь. На самом деле классная у вас команда, и вот эта прекрасная девушка, которая сегодня показала свои таланты, мне она больше понравилась, скажу честно, по секрету. Вот. У вас тоже большой потенциал. То, что вы мрачные, как сказали, это неправда. У вас шуток достаточно. Так что, ребят, если вы еще станете больше, да, может быть, кого-то еще все возьмете, но девушку оставите одну, и у вас будет только плюс. Команда двойная, да, я не знаю, там, зона доступа или вне зоны доступа, как правильно? Суп. Я же говорю про зону какую-то. Да. Ребят, тоже у вас все хорошо, у вас есть центровой мужчина, у которого хороший вокал, используйте его. Видите, он такой постоянно шугается вроде бы, но у него это получается так естественно. Вот. Вы классно тоже все делали, но сейчас я хотел бы поздравить финалистов, эту команду «Город снов». Да, 16,2 балла. Третье место сегодняшнего финала. Команда «Я надеюсь, что в следующем сезоне 2015 года он у нас будет обязательно, это я вам обещаю, что ваша команда будет участвовать, и все вот ваши плюсы вы наработаете, у вас будет лучший результат, ребят. Я вас поздравляю. Спасибо огромное, Роман Александрович. Итак, Тошенька, ну пару слов вначале, да? Я второму месту вручаю, поэтому да. Поменялись, ничего личного, все хорошо. Что я хочу сказать про город Пушкино. Город Пушкино стал для меня настоящим городом развлечения. Очень понравилась мне команда КВН «Каркашвили». Ребята, очень смешно и необычно. Поэтому кубок финалистов Пушкинской лиги я вручаю вам. 17,4 балла. Второе место. Команда КВН «Каркашвили». Кай Капиталов. А вы что такие напряженные-то стояли, ребят? Я прям смотрю, у вас прям в глазах напряжение. Вы чемпионы, я поздравляю вас. Команда КВН «Суп» потекала в целом, как вы взяты? Чемпионы! Ну, я немножко про игру скажу, да? На самом деле игра, в общем, была веселая, смешная. Перед, в начале, особенно с подотом, потом не знаю как. Но в целом, как бы, меня вот музыкальный творчеством так не очень вдохновит, потому что я решил музыкальный театр, меня всегда вот, бьет по ушам, да, дивдоза. Да. Но, а так было смешно, хорошо. Ну и все так, что у нас тут такой маленький там призовой фонд есть, да? Я его тут... Ребёнок.
Не хочу вручить Лёля, да? Выигравшая команда КВН получает 40 тысяч рублей на поездку в Сочи. Пока! Друзья, Настя, если можно, давайте общее фото, наверное, со всеми. Друзья, все! Сезон открытый, пушки!